M1 Global presents. И мы на турнире Мадинчели 61. Магомед Идрисов. Магомед только что победил в таком бою 3 раунда. Как физические самочувствия после боя? 2 раунда было хорошо. Относительно, пока не забился. 3-й раунд устал. Но я думал, не должен был стать моей подготовкой. Но я думаю, то, что М1 мне меньше месяца сказал, что я буду драться. И хочу их попросить, чтобы они мне говорили хоть за 1,5-2 месяца, чтобы я мог готовиться, а не так, как сейчас. Я, иншаллах, буду показывать лучшие бои. Но недоволен своим боем, потому что так подрался. Должен был лучше и зрелищнее подраться. Ну что можешь сказать о сопернике? Как тебе он в бою? Физически очень крепкий. Бил головой, когда проходил. 3-4 раз даже голову завалил. Так физически. И в партере очень сильно, опытный боец. Был момент, когда он взял мою ногу. Он мне уже думал, что оторвет, и я чисто терпел. Надо было выигрывать любыми способами. Вот поэтому. Да, вот этот момент, когда попытка была болевого на ногу, какие мысли были в этот момент? Честно, мысли сдаваться даже не было. Чуть тянул, видно. Ну, думал, если связку порвет. Что-то пришла такая мысль. Если я буду стоять, не двигаться, он мне ее порвет. Что-то начал сосказывать, я вышел. То, что я борюсь на тройках, значит, борцами не просто так дается. Вот я встал, когда он меня повалил с партера. Показывал, пока Рашид не уехал в UFC, сейчас будет драться. Ну, неделя-две не прошло. Ну, до боя. Он мне в самом зале работал на что-то. Я рад, что у меня получилось выйти, встать на ноги. И со спин тоже. Значит, не просто вся работа и проходит у меня. Ну, расскажи, какая тактика была на бою? Ты хотел с ним больше в стойке провести, постоянно, ну, да. Бить? Правильно, заметьте, я хотел бить. Ну, мои мышцы забились, я не могу сказать почему. Вроде бы я работал над этим очень много, плавал много. Ну, значит, не так много. Или от того, что я сгонял вес, может, что-то, не могу сказать. Ну, единственное, это мои ошибки, то, что я не доработал. На кого-то что-то говорить, что я буду говорить. Все, что получилось и не получилось, мои ошибки. Все, то, что тренера говорил, пытался делать, ну, и все получилось. Вот теперь это очередная победа, и она так или иначе приближает к поясу. Расскажи вот свои мысли на этот счет. Когда бы хотел провести следующий бой? И как думаешь, пора ли уже выходить на титульный? Я думаю, пора. Пусть мне скажут заранее, за 3 месяца до боя, чтобы я был готов на все 5 раундов. Я помню, покойный наш тренер Мусал Алаудин пришел в зал, когда еще только 65-800 включили. И мне он сказал, это пояс должен быть твой. Иншаллах, я постараюсь выиграть. Но если я выиграю пояс, я этот пояс хочу подарить его себе. Иншаллах. Поможет мне Всевышний. Что я могу сказать? Спасибо всем. И М1 организации, то, что дают такой шанс драться. Моим тренерам, которые много вкладывают в меня. И что могу сказать? Как будешь отдыхать теперь после боя? Как восстанавливаться? Я сейчас буду готовиться на МВД по боевому самбо, скорее всего. Вот что я буду делать. И буду тренироваться стабильно. Дальше еще больше, сильнее и сильнее соперники. Я должен быть лучше и лучше, каждому бою подходить. Спасибо большое за интервью. Если хочешь, можем пару слов болельщикам напрямую сказать. Хочу поблагодарить всех болельщиков, моих, кто за меня болеет, и кто вообще смотрит бои. И где-то помогает и ребятам, спонсирует в чем-то. Всех благодарю. Очень могу сказать. Дальше поддерживайте, если вам важно. Ваша поддержка, ваше мнение. Ну, критиковать, думаю, тоже можно, но не так сильно, чтобы спортсмены огорчались. Всем спасибо. Спасибо.